Чудотворная Казанская икона Божией Матери является одной из наиболее почитаемых в Русской Церкви. С обретением, прославлением и почитанием России этой иконы неразрывно связана история Казанского Богородицкого женского монастыря, ныне мужского. Среди всех богородичных икон казанский образ имеет наибольшее количество чудотворных почитаемых списков. Наш монастырь практически каждый день получает письма на электронную почту и на почту от людей, которые были в этой святой обители. Кто-то приходил к иконе, кто-то до последнего момента, пока не начало строительство собора на месте обретения Казанской иконы, кто-то приходил на место обретения иконы и там стоял, молился. И мы получаем свидетельство об утешении, о чудесах, которые произошли у людей, которые просили помощи Божьей Матери. До революции сознание большинства православных русских людей Казань ассоциировалась с Казанской иконой Божьей Матери, хранившейся в Богородицком женском монастыре. Икона чудотворного образа Казанской Божьей Матери всегда играла защитительную роль в отношении России, российского государства, хорошо известно. Известно, что Петр I перед знаменитой битвой в Полтаве со шведами в 1711 году долго часами стоял перед иконой. С 20 по 21 июля в Татарстанской митрополии пройдут праздничные мероприятия по случаю очередной годовщины явления иконы Пресвятой Богородицы. Центром торжественных богослужений станет город Казань. Стоит отметить, что в 2015 году было решено воссоздать собор Казанской иконы Божией Матери, который был разрушен в 1930-х годах. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.